Сотрудники госавтоинспекции межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский провели профилактическую акцию «Юный велосипедист». Цель мероприятия, как поясняют организации, упражнение ДТП с участием велосипедов, а также называемых средств индивидуальной мобильности, которыми преимущественно пользуются самые юные участники дорожного движения. Ахмат Халкечев продолжит. На главной площади Карачаевска непривычно много детей. Это самые юные участники дорожного движения на личном транспорте съехались на необычный урок безопасности. В этот раз ликбез по ПДД полицейские решили организовать на открытом воздухе, где есть возможность практического применения вновь приобретенных знаний. Инспекторы напомнили юным велосипедистам и самокатчикам о безопасной езде. Как правильно приезжать, переходить дорогу. Как правильно себя вести на проезжей части. Это очень важное правило, потому что не все дети, к сожалению, знают эти правила. Не все дети, к сожалению, знают, как правильно переходить проезжую часть. Полицейские, общаясь с юными велосипедистами, разъяснили детям основные правила дорожного движения при управлении двухколесным транспортом. Большая часть урока безопасности была в формате увлекательных игр и викторин с тематическими заданиями. Интересно было в этом мероприятии участвовать? Да. А почему? Ну, мне удалось узнать, я повидал разные знаки. Например, узнал, что они обозначают. А сложные задания были? Ну, не прям. А вот ты доезжаешь на велосипеде до пешеходного перехода. Что ты должен сделать? Я с него слезаю и потом перехожу. Также главный пропагандист госавтоинспекции межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский Диана Джужуева напомнила ребятам, что движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться исключительно на дворовых территориях и в пределах велопешеходных зон. Ну а при движении в темное время суток или в условиях плохой видимости необходимо сделать себя более заметнее с помощью светоотражающих элементов. Ахмат Халкещев, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.